Сегодня в ремонте в веломастерской велосипед Евроспорт. Это очень-очень древний европейский МТБшник с женской рамой. Посмотрите, какие интересные монетки. Представляете, сколько лет вот этому древнючему, ну, фокусируйся, пожалуйста, Алтусу. Семискоростной, очень-очень древний Алтус. Трешечка, к сожалению, повреждена, разбита. Поэтому мы не будем делать передний переключатель. Здесь у нас работа с кареткой и, наверное, с цепью. Кантиливерные тормоза. И вот такое чувство, что это вообще какая-то непонятная рама из какого-то сплава интересного. Потому что он очень легкий, он чрезвычайно легкий. Здесь у нас втулочка очень чистая, нержавая практически. То есть велосипед катался лет 20, но при этом он в таком состоянии достаточно приличном для своих годочков. Хром не проржавел, никаких таких дефектов, царапин нет. То есть видите, как все блестит здорово. Сейчас переберем, покажу, что получилось. В общем, у нас не очень стандартные шатуны. Смотрите, какое маленькое отверстие. Чтобы выпрессовать эти шатуны, мы использовали болт вот такой вот здоровый. То есть он работает вместо съемника. Раньше съемников не было. Использовались болты вместо съемника. Внутри у нас, конечно, достаточно большое количество вот такого вот литолия или его аналога. И пока мы чашечку не можем открутить, прикипела она очень сильно. Что здесь еще интересно, на колодках написано Shimano везде. И здесь прям логотипчики. На ручках, смотрите, даже внутри выгравировано Shimano. То есть они полностью брендировали свою продукцию в те годы. Продолжаем наблюдать за ремонтом.